больше, если человек хочет поддерживать себя, чтобы у него не было аварии, он должен оберегать себя, чтобы не было столкновения с машиной желания получать. И благодаря этому он будет уверен, что он не потеряет то, что дают ему. Я не понимаю, как избежать столкновения с желанием получать. Это как грузовик въезжает, давится. Это зависит от того, за что ты держишься, в чем ты находишься. Если ты продвигаешь его, то есть продвигаешься к объединению и все время ищешь, как можно еще быть соединенными, то выходит, что не будет аварии, столкновения. Значит, авария, ведь я думал, что эти падения обязательны. Отрывы, то, что желание получать. Авария — это когда ты выходишь, когда ты полностью уходишь с пути. А падения, о которых ты говоришь, это только ради подъема. Это когда ты едешь, продвигаешься. Получаешь падение как призыв к подъему. Что называется, действительно, когда мы теряем то, что мы получили, или не теряем? Теряя то, что получили, это значит, что мы все, что получаем, мы должны превратить это как средство для подъема.